Всем привет, с вами Илья. Сегодня я покажу видеоурок по программе Photoshop CS5. Сегодня мы научимся разглаживать кожу и убирать данные дефекты. Выберем модель и приближаем Ctrl плюс и удаляем Ctrl минус. Видим, что у модели присутствуют дефекты кожи. Чтобы их убрать, и нажимаем восстанавливающая кисть. Приближаем. Кликаем на нужное нам место, например, на нормальный цвет кожи. И нажимаем Alt и кликаем левой кнопкой мыши. Таким образом убираем дефект. Удаляем, видим, что дефектов стало намного меньше. Чтобы сделать кожу гладкой, создадим еще один слой, нажав сочетание клавиш Ctrl-J. Затем нажмем на вкладку фильтр, размытие по Гауссу. И выбираем нужный нам радиус, чтобы кожа была гладкой. В моем случае это где-то 4 пикселя. Радиус 4 пикселя. Нажимаем ОК. Затем нажимаем Alt и кликаем по вот этому кружку. Это кружок, знак маски. Нажали. Затем убираем кисть. Нажимаем Ctrl плюс. Приближаем и начинаем разглаживать кожу. Там, где надо, там и разглаживаем. Вот так вот закрашиваем. Если, например, вы зацепили, вот, например, губы, и они у вас вышли некрасиво и размазанные, не переживайте, просто жмите на цвет и выберите черный цвет. Потом закрасьте, все будет возвращаться на свои места. Итак, отделяем наше изображение и видим, что лицо уже намного лучше. Мы уже с некоторыми разглаживающими дефектами.
неестественный цвет. Это устранить можно легко. Достаточно сделать... Нет. Это не тот момент. Нажимаем фильтр. Другое. Цветовой контраст. И выбираем нам нужный контраст, чтобы проявлялись контуры кожи. Ну, например, вот такой. Нажимаем Ctrl J, копируем. Нет, нужно копировать. Вот такое лицо у нас было, но еще здесь прыщи нету. Такое вот стало. Вообще, я до видеоурока сделала лицо. Вот такое оно было. И вот такое оно стало. Всем пока, спасибо за просмотр. В следующем видеоуроке я покажу, как сделать хорошую аватарку для социальной сети. Всем пока, с вами был Илья и видеоурок по фотошопу. Пока.